Ознакомился Михаил Игнатьев и с работой предприятия по выпуску металлоконструкций. В Яльчиках оно появилось 2 месяца назад. Новое предприятие открылось на базе обанкротившегося завода. Цеха оборудовали современным конвейером для обработки металла. За месяц 35 человек изготавливают более 300 тонн изделий. Недавно предприятие выполнило крупный заказ для марийских предпринимателей. Из металлоконструкции Яльчикского завода возводят большой торговый центр. В ближайшие годы здесь рассчитывают расширить производство. О социально-экономическом развитии Михаил Игнатьев пообщался с местными властями на совещании. Была затронута тема повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. В муниципалитете эти поручения выполняются.